Никита Колесников, 9 лет. Мюнхгаузен. Я барон Мюнхгаузен, обыкновенный человек. Я не летал на Луну, не летал. Какая же она красивая! Белые горы, красные камни на заходе с солнцем. Я не летал на нее. И на ядре не скакал в том страшном бою с турками, когда погибла половина моего полка. А они погнали нас в это чертово болото, но мы выстояли и ударили им с флангом. Но тут мой конь оступился и начал вязнуть, когда эта зеленая мерзкая жижа уже полилась в рот. Тогда я, задыхаясь, схватил себя за волосы и рванул, рванул! И мы взлетели над Осокой. Я все напишу, господа. Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так. В такой день трудно жить, но легко умирать. Прощайте, господа. Через 5 минут барон Мюнхгаузена не станет. Вы можете почтить его память вставание. Прощайте, господа. Сейчас я улечу, вам недолго осталось ждать. Мы вряд ли увидимся. Дело в том, что на небе и на земле время летит не одинаково. Там мгновенье, здесь века, все относительно. Впрочем, это долго объяснять. Прощайте, господа. У меня был друг, и он меня предал. У меня была любимая, а она отреклась от меня. Я улетаю налегке. Поймите же, что Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врет. Если я обещал, что снова полечу на Луну, то я должен это сделать. Я понял, в чем ваша беда, господа. Вы слишком серьезны. Серьезное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!